После лекций и семинаров уборка парка Гагарина. Виктория Царева говорит, листва под ногами еще совсем мокрая, поэтому справляться с ней тяжело. Однако сноровка есть. Девушка уже не первый раз принимает участие в субботнике. Так что с граблями на «ты». Прошло каких-то 15 минут, и вот уже первая куча мусора готова. Мой совет – как бы помогать убираться на таких территориях, потому что прежде всего мы сами гуляем, мы сами тут ходим, вообще в целом в городе Самаре. Поэтому, я думаю, самим будет приятно, что вот доброе дело для других и для себя делают. 70 студентов самарских колледжей вышли на уборку парка. Наводили порядок в рамках акции «Чистый город». В этом году проект проходит при поддержке Департамента культуры и молодежной политики администрации Самары. Первый этап – это когда мы собираем ребят, инструктируем их и, конечно же, координируем дальнейшую работу. Дальше ребята начинают свою уборку. Мы их распределяем по различным зонам. Юноши ворошат снег, чтобы быстрее растаял. Девушки расчищают газон от старой травы и собирают мелкий мусор. Листву раскладывают по пакетам. Их утилизацией займутся работники парка. Для ребят создаются все условия, чтобы им было комфортно находиться на субботнике. Это и обеспечение питьевого режима, естественно, конечно, это вкусные пирожки, булочки, когда они уже поработают, чтобы они смогли отдохнуть приятно. Организаторы отмечают, одной локации дело не ограничится. Субботники также пройдут в парках «Молодежный» и имени Щерса. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.